Всем привет! Приехал мой очередной заказ с сайта iHerb. Девочки прислали в огромной коробке всего совсем небольшое количество баночек. Начну я с того, что я уже заказывала. Это вот такая вот омега-3 от фирмы Little Critters. Вот такие вот вкусные желейные конфетки. Кстати говоря, они посыпаны сахаром со вкусом лимончика и малинки. Нам очень нравится. Так вот, мы и берем. Вот в этот раз уже написано омега-3 for the brain and eyes. Вот этой вот наклеечки в прошлый раз не было. А также мои стандартные витаминки для взрослых от фирмы 21st Century One Daily. Эти конфетки маленькие, розовые. Их надо глотать. И также постоянные витаминки тоже от 21st Century Zoo Keepers с добавкой витамина С. Кстати говоря, вот эти вот банки открываются как-то полегче. Вот так вот они выглядят аскорбинками. Они тают во рту. И здесь есть и кошечка, и лев, и какой-то бычок, и слоник. Вот. То есть все вот такие вот животные, которые вы видите здесь, здесь, в принципе, они тоже присутствуют. Детям это нравится. И периодически я им это покупаю, меняя с другими витаминками, если вдруг им это поднадоедает. Для меня. Девочки, увидела рекламу в Инстаграм и решила прикупить. Там было 4 вида, но я как-то так по скидке, там почему-то у меня получилось 3. Фирмы Smurfs. И первое это Kids Gummy. Это пробиотик. Видите, вот они в таких желейных конфетках без сахара. Вот и хорошо видно. Здесь их 40 штук. Кстати говоря, пробиотик можно давать даже, как скажем так, без повода, если вы видите, что у вас ребенок плохо кушает, да, или нет аппетита, можно ему дать такую конфетку, посмотреть, в чем проблема, так как дети еще не могут сказать, в чем реально у них проблема. Вторая, вот такая вот, это укрепляющая, видите, с ягодками элдбери, цинками, витамином С и Д. Тоже вот такие вот черненькие конфетки. Кстати говоря, вот написано, какой вкус Smurf Berry Flavor. То есть, да, вкус смурфиков. Но если это оранжевая, думаю, наверное, какая-то апельсинка, лимонка. Мы когда попробуем, я вам расскажу в пустых баночках. Тут то же самое, но, видимо, вот я думаю, что это будет уже такой, как вкус элдбери. Вот такой чернички больше. И вот эта банка, здесь идет 60 витаминок. Это мультивитамины. Тут идут мультивитамины, вот дневные витаминки. Тоже такого а-ля бордового цвета, 15 дневных витаминов и минералов. Вот, а ту, которую я хотела взять, девочки, ту я так и не взяла. Там была еще 4-я банка. Я не знаю, как это она у меня вылетела. Я, по-моему, ставила ее отдельно в корзину. Там для сна, для детей, которые плохо спят. То там тоже была вот такая типа а-ля успокаивающая витаминка. Теперь я очень-очень жалею, что она не попалась, но теперь у меня будет повод заказать еще раз на сайте iHerb. Следующее, прикупила вот такой вот пюрешки в пакетиках. Organics Happy Kit, и это уже Apple, Beet, Strawberry and Kiwi. Тут у нас яблоко, бурячок, клубничка и киви. Такого вкуса я покупаю первый раз. Тот раз я брала, по-моему, с черникой были. Вот так вот выглядят эти пакетики. Очень удобно брать свой в поход. И я хочу сказать, и не только для маленьких детей, взрослые тоже любят вот такую вот вкусняшку. Также я еще взяла, девочки, вот таких вот две новые коробочки, тоже это для меня новое. Plum Organics Tinsley Snacks Fruit. Soft Fruit Snacks Berry с ягодкой. И точно вот такой вот с персиком. Давайте откроем, посмотрим. Мы еще ничего не пробовали. Девочки, я купила совсем не то, что хотела. Ну, не страшно. Я думала, что это вот такие вот же пюрешки, только в маленьких пакетиках. А это, девочки, оказался там вот такие как ягодки, сухофрукты. Вай! 5 вот таких вот пакетиков. Ну, неважно, оно стоило нормально, скажем так. Я не расстроена, давайте хоть посмотрим, что там внутри. Ага. Смотрите, вот такие ягодки. Вот такие вот штучки. Какие-то такие плоские. Вкусные. Такое ощущение, что взяли мультивитамины. И просто нарезали их тоненько. Так, что же они нам тут пишут? Наверное, это для малышей. Сейчас мы пойдем и попробуем на моей дочке. Будет она кушать такое или нет? Ну, и точно такое же с персиком. Яблочко, персик
и порезанное. Вот в этот раз у меня был странный заказ. Я искала вот такие вот пюрешки, да, какие-то новые, какие-то интересные, такие, которых у нас в стране нету. И я думала, что это маленькие пакетики пюрешек. Наверное, я что-то поторопилась и не досмотрела. Но ничего, мы скушаем это все и так. Ну и, конечно, хочу добавить вот эти с фирмы Смурфиков конфетки, которые дают как бы улучшенный сон. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы что-либо с этого, что вы заказываете своим детям и взрослые витамины. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока!